У каждой страны есть свои праздники. У нас праздник – это 9 мая, день Великой Победы. Рядом со взрослыми воевали еще и дети. Они работали в шахтах, на заводах, выполняли разные секретные задания. Они с горестью вспоминают свое детство, потому что у них не было ни игрушек, ни книжек. Война отняла у них все. Вот ихние имена. Леня Голиков, Костя Кравчук, Валя Котик, Надя Богданова, Виктор Хоменко, Нина Куковирова, Василий Коробко, Александр Бородулин и другие. Мы с гордостью помним ихние подвиги.